Ты где? Митя! Даже я своим суперзрением. Митя! Давайте все вместе. Давайте. Да? Мы сегодня уже репетировали. Я долго думал, кто же мы. Просто пешки на доске или игроки. Но в вечном поиске любви так часто падали мы. Я считаю, что Митя Фомин ничем не хуже президента, и я открыла его для себя с новой стороны. Не знаю, настолько такая симпатия к нему, простая человеческая симпатия за его успешность, за его силу, доброту, за его открытость, за его шарм, за его обаяние. Блин, остался бы Митька у нас. Вот правда, вот этот типаж такой вот. Он такой, он при этом такой модный, и при этом такой активный. Там и сюда, и туда, и сильный. Я вот про это говорю, что мне вот и нужен какой-то молодой человек такой, чтобы был, не знаю, вот что-то, чтобы было у нас такое. Сып-сып-сып-сып, все будет песня. Хорошо. Ну так давайте громко. Вырип-сып-сып-сып-сып, все будет за***ь. Вырип-сып-сып-сып-сып, все будет за***. Направо трудный бой, налево мир пустой. Вырип-сып-сып-сып-сып, все будет за***. Ура! Не, ребята, у вас правда все будет просто замечательно, тем более с такой умницей, красавицей. Спасибо, и просто хорошим человеком. И просто хорошим человеком. Это по определению. Да. Вы тоже все замечательные. У вас очень много амбиций, у вас очень много впереди преград. Но самое главное, чего вы хотите достичь, это вы хотите достичь любви и гармонии. Значит, она у вас будет. Поэтому удачи вам и любви всем. Ура!